школе номер 1 села Вольно-Надеждинская возведут новую пристройку и выполнят ремонт здания. Обрушение пристройки в первой школе произошло, так как она была построена в 1962 году хозяйственным способом. Его построили из пустотелого кирпича, которое напитывалось там более 50 лет. Напитывается водой, рвет его. Напитывается, рвет. И в конечном итоге колонна обвалилась и собрала там через несущий ригель всю конструкцию этого здания. В начале августа пристройка будет демонтирована, а на ее месте будет возводиться новое из легкосборного конструктива. Данное здание требует небольшого текущего ремонта и дальше может быть в эксплуатации. То есть эта работа будет проведена в кратчайшие сроки, разработана соответствующая дорожная карта. На начало августа пристройка будет демонтирована, будет выполнена рекультивация земельного участка, будет возведено соответствующее крыло из легкосборного конструктива. Определен алгоритм взаимодействия со стороны ответственных от администрации муниципального района, со стороны Министерства образования Приморского края, с моей стороны и также по направлению тех производителей, которые будут выполнять на сегодняшний день работы и по демонтажу, и по текущему ремонту в существующей школе. Курировать работу на всех этапах и регулярно встречаться с инициативной группой будет лично первый зампредседателя Приморья Виталий Блоцкий. Я доложу об этом, что эту ответственность Олегу Николаевичу. Я возьму на себя, и мы сообща с администрацией. Максим Владимирович, я правильно говорю? Ну, конечно. Вот раз в две недели я буду с вами собираться. Согласны? Хорошо. Кроме того, планируется строительство новой школы площадью около 30 тысяч квадратных метров. Ее рассчитывают построить и ввести в эксплуатацию в 2027 году. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.